Всем привет из наших джунглей. Смотрите, какая красота. О, смотрите. Оп, улетела. Стрекоза улетела. Смотрите, какие у нас тут джунгли. Это растет чумиза. В прошлом году мы только завели семена чумизы. Всего несколько кустиков было. В этом году мы посадили целую полянку. Какая прелесть. Так прикольно проходить между рядами чумизы, как будто идем по таким джунглям, такие прям гроздья тут висят, прикольные. Кот в обморок падает от красоты, наверное. Ой, какая красота! Скоро-скоро и будем собирать урожай чумизы, пока не прилетели воробьи, первей нас их собирать. Какая прелесть. Чумиза — это такой вид зерновых. Смотрите, какая плотная гроздь. Или кисть. Или колос. Так, там наши козлы меня слышат и мекают. Какую хорошую полную кисть формирует чумиза. Этот вид зерновых мы завели для того, чтобы баловать тоже наших питомцев, кроликов. Очень забавно, целиком едят вот такие вот кисти семян. Даже не знаю, так и не поняла, как же правильно назвать. Гроздь, кисть. Смотрите, какая красота. Так что будем баловать наших ушастых питомцев. Говорят, и людям можно есть. Мы, правда, еще не пробовали. В прошлом году у нас было мало семян. Поэтому надо проверить, как же их можно приготовить. Попробовать. Так что не переключайтесь, это еще не конец ролика. Вот у нас идет уборка чумизы. Тут, как всегда, наш помощник Вася. Вася, ты уже вообще обессилел, много собрал? Ну-ка, сын мой, покажи, сколько Вася собрал. Вон, дно на мешке накрыто. Вот она уже, чумиза высохла, поспела, кусты уже прям сильно наклоняются, вот они вот висят, красивые прям шишечки. Козы там что-то наши бесятся. Отрезай. Вау, какая красивая гронка. Тоже внесу свой вклад. Я только за камерой болтаю, я ничего не делаю. Вот так вот у нас идет сбор чумизы. Ну и попробуем потом что-нибудь из нее приготовить и кого-нибудь ею накормить. Ну что, коза, как ты относишься к чумизе? Вкусно? О, схрумала. Видимо, очень вкусно. А вот эти вот гады отказались есть чумизу. Губами помацали, помацали. И бросили. А это уже не первую гронку чумизы съедает. Вкусня. Надеюсь, вам можно это есть. Ну что, ботва чумизы нормуль. Идет как веточный корм. Молодцы. Вон Дашка тоже ветками грызет чумизными. Всё, безотходное производство. Супер. Наверное, надо попробовать их попробовать. Где-то мне попадался в интернете рецепт. Ну, в принципе, это крупа. Правда, не отшелушенная. В шелухе. Вот в этой, в пленочках. Ну, попробуем что-нибудь из этого приготовить. Будет у нас полезное питание. Ну что, приготовила я чумизу. Слышите, как шебуршит? Вот она, эта неочищенная. Ну, варилась минут 50. Немножко приближаю к вам. Видите, оболочка полопалась. Внутренняя мякоть зерен разварилась. Вот она выглядывает. Вот так выглядит. Ну, единственное, конечно,
шебуршит, как сухая. Вот она, сухая чумиза. Действительно, у нее оболочка, конечно, очень жесткая. Если бы найти способ измельчать. Ну, смотрите, выглядит, в принципе, очень симпатично. Но жевать ее, конечно, очень жестко. Прям повышенное содержание клетчатки. Пахнет очень вкусно. Она когда варилась, очень вкусный аромат. Такой хороший, ну, пшеничной каши. Но, конечно, жевать ее можно. Можно прожевать. Она жесткая, мелкая, вполне глотательная, если можно так сказать. Видите, беленькая. Очень приятный аромат. Ну, как прям основной гарнир, чтобы целыми тарелками есть, не очень удобно. Кстати, нашла интересный способ в интернете, как очистить от шелухи семена чумизы. Это, конечно, было в описании, как раньше очищали просо. Ну вот, ступкой. Потолкла, пошуршала, потолкла, пошуршала. Пошла на крыльцо, провеяла. И уже появляются чистенькие зернышки. Кстати, в рекомендациях написано, что можно замачивать зерна. Замочить, высушить, а потом толочь. И тогда типа лучше будет шелушиться. Но оно, в принципе, и сразу неплохо шелушится. Ну, попробую таким способом хоть немножко нашелушить и попробовать приготовить. Ну, уже немножко. А то я тогда, конечно, от желания сделать эксперимент, да побыстрее, сварила полстакана. Ну, ничего, курочки были рады. Ну что, продолжаю шелушить, а потом приготовим, что у нас получилось. Ну вот такая вот очищенная чумиза получилась. Не вся, конечно, соскоблилась чешуйка. Часть еще во время мытья, что не продулось, уплыло. Ну что, ну хотя бы не 100% шелуха. Можно теперь сварить. И попробовать. Да, внешне прям вообще на просо похоже. Хотя просо совсем по-другому растет. Ну и немножечко крупнее. На то он эксперимент. Надо его закончить. А козы, кстати, очень любят. Муж каждый день их балует. Прям целыми метелками дает чумизу. И они с удовольствием хрумкают. Надо и нам немножечко похрумкать. Или будем все это для удовольствия коз выращивать. Растет оно неприхотливо. Зверушкам нашим на радость. Вот и приготовилась наша крупа, которую мы выращивали. Ура, мы сами вырастили крупу. Вот такая вот она получилась. Чуть-чуть не очистилась, но это уже не чувствуется практически на вкусе, чем чисто нешелушенную пытаться жевать. Муж уже продегустировал, сказал, что это пшенка. Ну, может быть, они родственники. Вот такая вот замечательная кашка. Наша чумиза приготовилась. Кстати, сварилась быстрее, чем которая варилась в шелухе. Ясное дело. Так что отличная ароматная кашка. Да, и внешне немножко похожа на пшенку. Может быть, чуть-чуть мельче, но очень-очень вкусная. Так что вот такой вот у нас урожай крупы. Вот муж что-то у меня тут молчит. Ну, а что он должен сказать? Будем... Что я должен сказать? Что должен сказать? Товарищи, кому надо, можем продать семена. Кого будем кормить? Коз? Или сами тоже будем иногда есть? Ну вот, полчаса пошебуршила, на тарелочку нашебуршила семян, зерна. Зимними вечерами скучно будет, будем шебуршить. Да. По очереди. Да, вот так будет скучно, и будем шелушить, шелушить. Короче, все, козы перебьются, себе оставим. Такая каша нужна самому. Ну все, друзья, пока-пока. Делитесь, что вы там интересного выращиваете у себя, экзотического. Может быть, мы тоже захотим это вырастить. Ну и до встречи в новых видео. Пока-пока.